скажи мяу-мяу. Чего? Ты где там? Да здесь. Расскажи, куда ты едешь. Кармалштадт. Яна, куда вы едете? Не знаю, куда везут. Электричка. О! Water closet 400 метров. Потерпите, ребят. Я надеюсь, здесь не пункты оплаты. Проехали на Новоселье. О, бигвам. Туалет, да, серьезный, вот как в Минск мы ехали в свое время. Пожалуйста, остановка запрещена. А как за грибочками? Я хочу с грибочками. Там сетка, не пройдешь. Ну вот только если на этой парковке остановиться. Знаешь, самолет один за одним, я говорю. О! Робшинская. Ой, тут развязки, гляди какие. Да, вот здесь вот Робша, фонтаны. Вот это Гостилевское шоссе, по-моему, как-то. Вот туда на это самое. У Сани, у матери дачи. Вот как туда попасть? ХЗ. А, вот съезд 100 метров. Наверное, вот так вот. Осенняя пора очей очарования. Кто дальше помнит строчку? Что-то ломает или делает, что там? Ваня, будь любезен, готов рассказать? Кого? Пушкина. Давай. Давай. Только четко, громко. Готов? Ну давай. Подруга Нина. Нет, как? Да все, я не хочу. Ну давай, ладно, как удобно. Подруга Нина. Молодец. Только слышно плохо было. То чудится тебе. О! Тут грибочки есть. Мама Яна хочет за грибами. Сама не ест, и главное. А я на рыбалку хочу. Рыбу чистить будешь? Вообще леса стеной. Ну, реально, тут от белых. Блоки какие-то тут. Вон и осины. Смотри, осины уже как пожелтели. Вот осинник, реально тут под осиновики. Во! Тут березы. Под березами. А вот здесь белые, здесь бори. И какие мы грибные места такие приезжают? Да? А что-то странно, не продают грибов-то, не сидят. Где тут они должны сидеть? Сейчас уже Ломоносов будет. Это Низина, наверное. Никогда не ездил. Вот здесь вообще не ездил, честно. Обалдеть вообще. Никогда. Вот это за местечко. Русская. Да, точно, Низина. Гостилевское шоссе. А, ну дальше еще. Значит, это еще Петергоф. Вон там у людей вообще дом. На
говорить. Казахские степи какие-то. Краснодарские степи. Нет, там такого нет растительного. Там пожухло, здесь он какие кустарники. Значит, здесь я ездил, Гостилевское шоссе. На него я заезжал. Да, вон оно. А еще до него аж 4 километра. Ой, одинаковые дома. Для беженцев, наверное. О, Скандинавия, видишь, 43 километра до Выборгского через залив проехать.